Итоги социально-экономического развития республики за 11 месяцев свидетельствуют о том, что то падение, которое в экономике было за истекшие полгода, к концу года выправилась ситуация, и мы завершаем, в общем-то, валовый региональный продукт против прошлого года составил практически на уровне 2014 года и составил индекс физического объема 99,9%. Объем произведенного валового регионального продукта, по нашей оценке, составляет 1 триллион 644 тысячи. Приведу цифры по январю-октябрю по России. Это на 3,5% ниже. Индекс физического объема валового внутреннего продукта в России составляет 96,3%. Во многом росту экономики способствовали те процессы, которые происходят, естественно, в промышленном производстве. Достаточно успешная против прошлого года работа промышленности за октябрь-ноябрь месяц привели к тому, что индекс промышленного производства в январе-ноябре превысил уровень 2014 года, составил 100,1%. На экране представлены те виды деятельности, которые, в общем-то, сыграли на повышение индекса промышленного производства. Ну, это прежде всего это производство нефтепродуктов, производство мазута, прямогонного бензина. Это добыча полезных ископаемых. Рост составил 102,3%. Это нефть, это природный и попутный газ. Это химическое производство 102%. Это азот, это пластмасс в первичных формах. Это производство пищевых продуктов 101,6%. Ну и производство электрооборудования составило 122%. Виды деятельности, которые сработали ниже уровня прошлого года, у нас по-прежнему пока производство распределения электроэнергии составило вот 97%. Немножко поднялась ситуация против тех 95%, что в течение года было. Производство резинопластмассовых изделий чуть больше 95%. И около 90%, впервые вот этот показатель у нас появился, по производству транспортных средств и оборудования. За последний месяц достаточно хорошо сработали машиностроители.